Но уже завтра в Красноярске стартует чемпионат России по фигурному катанию. Построенный ко Всемирной зимней универсиаде комплекс «Платинум Арена» примет лучших спортсменов страны. На трибунах ожидается аншлаг, выкуплены все 7 тысяч зрительских мест. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель правительства края Юрий Лапшин. Что касается распространения билетов, мы не предвидели никаких проблем, мы их действительно не оказалось. То есть мы ожидаем аншлаг. Единственное, что вы знаете, что билеты продаются на целый соревновательный день. И человек может по своему усмотрению выбирать те промежутки времени, когда ему будет больше интересно. Но, тем не менее, я считаю, что пустых мест на трибунах не будет. Но посмотреть действительно будет на что. В Красноярск съехались настоящие звезды фигурного катания. К примеру, одиночницы Александра Трусова, Анна Щербакова, Евгения Медведева. Лидеры мужского проката Максим Ковтун и Михаил Коляда. В соревнованиях спортивных пар зрители смогут увидеть серебряных призеров Олимпийских игр Евгению Тарасову и Владимира Морозова. Но в танцах на льду выступят серебряные призеры чемпионата мира Виктория Синицына и Никита Кацалапов. Участники открывающей пресс-конференции сошлись во мнение, что после чемпионата с таким звездным составом в Красноярском крае неминуемо начнется всплеск популярности фигурного катания. А столица региона станет одним из российских центров этого красивого вида спорта. То, что было построено в универсиаде, которая прошла в этом году, те спортивные сооружения, та материальная база, которая перерасполагает город, конечно же, впечатляет, очень впечатляет. Мы уверены, что при совместных усилиях уже на этой материальной базе мы сможем здесь, в Красноярске, создать еще один серьезный центр нашего вида спорта.